Очарование, женственность, элегантность – такие звания сегодня присваивало жюри участницам конкурса «Вятская сударня». За главный приз – корону – соревновались 8 леди. Какая удивила зрителей задором? Каждая удивила зрителей задором, красотой и шармом. Под их обаяние попала и наша съемочная группа. Я 4-й номер. Прошу любить и жаловать. За несколько минут до выхода на сцену, за кулисами волнение и небольшой мандраж. Еще бы, за звание вятской сударыни и корону борются сразу 8 участниц. И каждая из них достойна главного приза. Еще накануне буквально у меня была такой сон, и мне захотелось просто хоть как-то на секундочку стать звездой. И вот свершилось, на следующий день мне звонят, и я с удовольствием просто. Ну, тряхнем стариной. Каждая из 8 участниц на конкурсе готова удивлять. Нина Сапожникова собирается один в один изобразить Эдиту Пьеху. Как теперь не веселиться, не грустить, это родный дед. В нашем доме появился замечательный сосед. Светлана Мурышкина, представляющая железнодорожный поселок Ленгасово, решила взять темпераментом и веселым нравом. А чего бояться-то? Надо же когда-то и себя показать. И людей посмотреть. А Валентина Комарова перед строгим мужским жюри в ход пустила женские чары. Блинов и пирогов в русской печке испеку на всю семью. Могу я шить и вышивать, и на сцене выступать. О своих увлечениях, занятиях и мечтах каждая из участниц рассказала в своей визитной карточке. Также дамам предстояло пройти интеллектуальный конкурс «Дефиле» и соревнования «Один в один». За точное попадание участницы в образ и за каждое испытание жюри начисляло баллы, по итогам которых и будет присвоено звание «Вятской сударыни» и отдан главный приз «Корона». Но уже к середине конкурса стало ясно – это уже не так важно. Они все королевы. Вергина Матевосян, Валерий Никулин, Вести, Киров.